такое время, как задалось. Я говорю, задалось. Продолжаем хоровое пение. Да, давно не пели песню, которая в этом году исполняется 134 года. Если считать год за три, как на войне, плюс эпидемии, птичий грипп, все равно. 134, как раз, круглая дата. Тоже, да, стыдно не петь припев, даже не зная онного. Ну, зачну, пожалуй, я. Поехали, Николай. Это вам не консерватория. По волне непосоленой, по речной пароходик, оплывающий с вечной. Как положена труба, над нею дым, только дым слегка недвижен, а над ним зеленое небо, красное облако, а выше ростки не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, а выше ростки не было у чудака. Вот, собственно, эти пламенные строки и надо петь. Всем. Потому как... Вы играете, играете. Песня заряжена. Какой там Кашпировский? Кашпировский отдыхает. Сейчас я дал вам остановку. Только на лучшее. Но увлекайтесь, Кирилл Николаевич, а то опять собьется на лебединый лыжи. Кто-то видит то, что сбудется потом.